Лия Ахиджакова в прошлом году уволилась из театра «Современник» по собственному желанию. Сейчас она практически не контактирует со СМИ и не появляется на светских мероприятиях. Яна Поплавская заявила, что знает причину исчезновения актрисы из публичного пространства. Она предположила, что Лия Ахиджакова испугалась проверки МВД России на дискредитацию ВС России. Ранее Главное управление МВД России по Москве провело проверку в отношении народной артистки России Лии Ахиджаковой по статье о дискредитации вооруженных сил России. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом, пишет абзац.медиа. Ахиджакова тогда рассказала, что флаг ей подсунул какой-то человек вместе с букетом цветов. На нее оказало влияние честное возмущение людей и ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она антинародная актриса. Она сама себе выкопала яму, сказала Поплавская. Ранее Ахиджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины. В феврале 2023 года «Современник» снял с репертуара последний спектакль с Ахиджаковой. По словам актрисы, в театре ей объяснили, что были вынуждены это сделать, так как их завалили гневными письмами.